гости Анастасия Барашкова. Милана Степанова. Чем вы занимаетесь? Я работаю на телевидении уже достаточно много лет, лет, наверное, 10. Работала на различных музыкальных каналах, сейчас занимаюсь благотворительностью. В основном я веду свой центр помощи Миланы Степановой, помогаю женщинам, находящимся в трудных бракоразводных процессах. Как вы считаете, у регионов России есть будущее? Безусловно, конечно. А как без позитивного мышления, во-первых, никуда, во-вторых, я верю в наши регионы, почему бы и нет. Вы верите, что в будущем дальние регионы добьются развития Москвы и Петербурга? Но все же зависит прежде всего от внутреннего стержня и желания. Мне кажется, что не стоит брать целый регион как какого-то подобного кролика, зависит от целого человека. Если в том или ином округе люди к чему-то стремятся, то у них есть все возможности для того, чтобы этого добиться. Конечно, если есть цель, то добиться можно всего, что угодно. Почему люди из регионов уезжают в Москву и Питер? Сложился такой стереотип, что можно больше получить знаний или какой-то работы в сердце столицы, да, но также многие из Москвы уже от Нью-Йорка, и не всегда люди счастливы. Нужно уметь обрести счастье там, где ты родился, и, безусловно, я уверена, что в будущем люди не будут себя чувствовать как-то не так в своем городе, нежели чем в центре. Мне кажется, основная задача сделать так, чтобы люди и в своих регионах могли находить себе рабочие места, трудоустраиваться, чтобы там была хорошая логистика, инфраструктура, чтобы там все было на таком уровне, чтобы не привилось для этого ехать в Москву или Петербург.